гимна страны встречают настоящего героя нашего времени. В Шымкенте прошел форум патриотов, главным гостем которого стал офицер воинской части 6506 Кайрат Умбетов. Кайрат стал известным на всю страну после совершенного подвига, хотя подвигом свой поступок не считает. Офицер Национальной гвардии прикрыл своим телом сослуживца. Рядовой срочной службы Султан Кулов во время учений бросил гранату в мишень. Однако из-за нештатной ситуации граната упала совсем рядом с рядовым. Оценив ситуацию, я решил действовать. Я даже не думал ни о чем. Главное было спасти парня. Я думаю, это сделал бы каждый уважающий себя человек. Указом президента страны Кайрату Умбетову присвоили звание Хал-Кахармана и наградили знаком особого отличия Золотой звездой и орденом ОТАН за мужество и отвагу, проявленные во время исполнения воинской службы. Сказать слова благодарности приехали родственники рядового Султанкулова. На встречу приехала даже бабушка солдата Хадиша Жайщенова. Женщина с трудом сдерживает эмоции. Долю секунды принять такое решение и спасти человека или своего солдата – это большое героичество. После торжественной встречи Кайрата Умбетова ждали в воинской части 6506. Кайрат встретился со служивцами, рассказал о том, как себя чувствует. А гостям показали концертную программу, и в завершении герои вручили памятные подарки от сослуживцев. Шудин Саидов, Талхат Абзинабиев, Галымжан Керназаров, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании ОТРАР.